هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد. Это произошло в конце одних из самых значительных дебатов в Королевском Альберт-Холле в Лондоне 7 июля 1985 года, в которых принимали участие профессор Флойд Кларк из Соединенных Штатов Америки и господин Ахмад Дидат из Южной Африки. В тот вечер доктор Шурош впервые обратился к господину Дидату в конце дебатов на тему «Был ли Иисус распят?». Этот свободный палестинец, будучи гражданином Соединенных Штатов Америки, владеющий прекрасной речью, был ошибочно принят за пакистанца. Теперь послушайте вопрос доктора Шуруша и ответ господина Дидата. Я хотел бы сказать, что я очень благодарен за возможность задать вам два вопроса. Вопрос первый. Если Коран действительно от Бога, почему он противоречит сам себе, так как там говорится? До того, как родился Иисус, он умер и воскрес снова. И второй вопрос. Мне очень жаль, но правила позволяют задать только один вопрос, с тем, чтобы у других тоже была возможность это сделать. Спасибо. Итак, вопрос адресован господину Дидату. Этот стих говорит: «Вассаламу алейя яума вулитту, ва яума амуту, ва яума убасу хайя», что в переводе означает «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». В тот день, когда я скончаюсь, а не скончался. То есть речь идет о будущем. Господин Дидат не знал, что во время своего тура по Великобритании его преследовали. В итоге, в конце лекции, которая проходила в городе Бирмингаме, доктор Шурош вызвал господина Дидата на дебаты. Я приветствую вас. Ваша речь была убедительна. Но я хотел бы бросить вам вызов, провести со мной дебаты на любую тему. Так как я полагаю, что вы дезинформировали здесь присутствующих людей. И будучи арабом, я говорю, что пророк был действительно великим человеком. Но мой вопрос заключается в следующем. Принимаете ли вы мой вызов провести дебаты в любой точке мира? Это ваш вопрос? Да, это мой вопрос. Брат мой, не могли бы вы идентифицировать себя? Кто вы? Я Анис Шурош, палестинский араб и один из 10 миллионов арабов, которые исповедуют христианство. И я с гордостью утверждаю, что ислам на самом деле является одним из течений христианства. Это секта, но не религия. Хорошо. Большое спасибо. Дорогой брат Анис, не так ли? Анис. Похоже больше на пакистанское имя. Итак, брат Анис, я принимаю ваш вызов. И я прошу вас забронировать королевский Альберт-Холл. Тему дебатов вы можете выбрать сами. Мы уже обговорили вопрос о распятии, и мы не хотим повторять людям одно и то же снова и снова. Вы можете выбрать тему, к примеру, «Является ли Иисус Богом?». Я не знаю, к какой группе христиан вы относитесь, но большинство христиан верят, что Иисус является воплощенным Богом. Или такую тему, является ли Библия словом Бога? Или правда о Троице?
Я думаю, что все это записывается на видео, и вы можете прослушать все эти темы. Итак, выбирайте. Я выбираю все. Хорошо, все темы. Тогда вы бронируете помещение на 5 дней. Нет, брат, вы бросаете мне вызов. Я оплатил за королевский Альберт Холл, и американец, с которым у меня был диалог, оказался настоящим джентльменом. В итоге я предложил оплатить за помещение и за рекламирование. Одну минуту. Подождите. Большое спасибо. Пожалуйста, предоставьте мне все в письменном виде до того, как вы покинете этот зал. Укажите свое имя, ваш адрес и выберите любой день в сентябре. Вам подходит? Отлично. Итак, вы бронируете помещение, и я буду там. Живым или мертвым, я буду там. We have a notice. Between 1,000 and 2,000 people were unable to get in here tonight, and therefore they were reluctantly turned away by the police. Разрешите поприветствовать вас сегодня в королевском Альберт-Холле. Прежде всего, нам необходимо уяснить для себя характер встречи, ради которой мы здесь собрались. Я думаю, что это историческое событие даст возможность как христианам, так и мусульманам ознакомиться с точки зрения другой стороны. Сам я сегодня выполняю обязанности председательствующего. Я глубоко верующий христианин, и зовут меня Клайв Кёлвер, и я являюсь генеральным секретарем Евангелического Союза. В течение сегодняшней встречи я буду абсолютно объективен. Итак, хочу поприветствовать всех вас от имени наших выступающих, которые взволнованы от столь большого количества здесь присутствующих людей. А сейчас мне хотелось бы представить вам обоих участников дискуссии и еще раз заявить о том, что мы счастливы видеть их здесь в качестве участников дебатов. Попрошу господина Ахмата Томпсона кратко представить нам господина Ахмата Дидата. Спасибо. Добрый вечер. Я думаю, что многие из вас уже знакомы с господином Ахматом Дидатом, так как раньше он уже неоднократно бывал в Англии. В июле прошлого года он принимал здесь участие в подобных диспутах. Господин Дидат – директор исламского издательского центра, находящегося в Дурбан, Южноафриканской республике. Он долгие годы посвятил изучению Библии и Корана. Естественно, будучи мусульманином, он верит в то, что Коран является последним откровением, которое Бог ниспослал людям через последнего из пророков. Многие его убеждения основываются на аятах Корана. Он также изучает Библию, которая, хотя и не включает в себя исконное Евангелие от Иисуса на языке оригинала, на арамейском, но является весьма интересным документом. Возможно, нам стоит обратить внимание на стихи Корана, которые прежде всего предназначались пророку, мир ему и благословение Всевышнего, а также ко всем мусульманам. Там говорится: «Тому, кто станет препираться с тобой относительно его после того, что к тебе явилось из знания, то есть знание из Корана, скажи: давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов». И от лица господина Дидата и всех мусульман я хочу сказать: «Да проклянет нас Аллах, если те сведения, которые содержат в себе священный Коран, являются ложными». Спасибо.
Мы также рады приветствовать священника Фреда Масабни из штата Флорида, который является миссионером. Он прибыл сюда вместе с доктором Анисом Шурушем. А сейчас в нескольких словах о докторе Анисе Шуруше. Анис является палестинцем. В 1948 году нашел убежище в Иордании. Потом он переехал в США и учился в Миссисипи, где получил степень бакалавра по богословию. Женат, имеет 3 сыновей и дочь. Он работает миссионером с 1966 года и проживает в городе Мобил, штат Алабама, и является доктором богословия. Мы приветствуем его сегодня вечером здесь. Приветствую вас всех именем Иисуса Христа, который является моим соотечественником. У нас в Назарете говорят: «Не приходи к другу с пустыми руками». И сегодня я счастлив преподнести подарок моему другу Ахмаду Дидату, с которым я встретился впервые. Я хотел бы также преподнести свой особый подарок брату-протодиакону. Это ключ от города Мобил в штате Алабама, который вручается тем, кто сделал что-либо важное как для нашего, так и для других городов. Что же касается коллег господина Дидата, то я вручаю им особые закладки из Иерусалима, на которых имеется изображение купола скалы. Каждый из вас получит по одной закладке. Я думаю, что многие из вас сидят в этом зале уже долгое время, а некоторые прибыли издалека. Поэтому сейчас настал подходящий момент, чтобы немного постоять вместе со мной. И пока вы будете стоять, я хотел бы, чтобы вы также приняли участие в прослушивании Священного Писания, которое я обычно читаю, стоя на коленях, на моем родном языке, по-арабски. Для вас я прочту его стоя, из уважения к этому тексту. Я попрошу тех, кто принес с собой текст Священного Писания, согласно предложению господина Ахмада Дидата, напечатанному в его объявлениях, открыть этот текст, чтобы мы вместе с вами прочли всего лишь первые 8 стихов из послания к евреям. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал: «Ты сын мой, я ныне родил тебя»? И еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». А в ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А Сыне: «Престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Благодарю вас и прошу садиться. The distinguished governor
Римский правитель Палестины, Понтий Пилат, стоял перед собравшейся перед ним на площади крепости Антония толпой в Иерусалиме, где и я жил перед тем, как уехал. Он задал возбужденным людям очень важный вопрос: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? И сегодня вечером, по прошествии 1985 лет со времени этого исторического события, участь каждой человеческой души зависит от того, как он отвечает на этот вопрос. Ответом толпы в то раннее утро в Иерусалиме стали слова «Распни его». Что же касается причины этого, как они объяснили это Пилату, то она состояла в том, что, согласно их закону, его следовало убить, поскольку он объявил себя сыном Бога. Пилат подчинился требованиям толпы из страха перед опасным возмущением и в угоду ревнивым религиозным лидерам, хотя сам он трижды во всеуслышание заявил: «Я не вижу за ним никакой вины». И по прошествии 600 лет Коран также называет Иисуса проницательным человеком, свободным от грехов. Сегодня вечером я задаю вам вопрос: являлся ли Иисус Христос лжецом и безумцем, или же, как он заявил о себе сам, он был божеством? Все сотворенное, человек разума и сама история свидетельствуют о существовании Бога. Что же касается религий, то они являются плодом серьезных человеческих усилий, направленных на познание Бога, и такого мнения придерживаются философы, теологи и историки. И я хотел бы задать вам также и другой вопрос. А действительно ли Бог является для нас чем-то утраченным? Разве пропавшими являемся не мы, вследствие чего Он ищет меня и вас через Иисуса Христа? И снова мне хотелось бы привлечь ваш разум. Я прочту из Библии второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 3 и 4, в которых говорится: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, которой есть образ Бога невидимого». فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تعطى لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو سورة الله. Священное Писание — это лучшая книга на земле. Оно состоит из 60 книг, которые писались в течение 1500 лет, и в написании которого приняли участие более 40 авторов, среди которых были цари и пастухи, богатые и бедные, старые и молодые, и даже рыбаки. Однако это Писание содержит в себе указание на то, что оно является внушенным свыше и неприкосновенным словом Бога, ибо истинный автор Писания только один, и это Святой Дух. Я хочу прочесть вам два стиха, 20 и 21, из первой главы второго послания Петра. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но извлекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». ليست من تفسير خاص لأنه لم تأتي نبوة فقط بمشيئة إنسان بل تكلم أنسان أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. И мы знаем, что Священное Писание является Писанием, внушенным для того, чтобы исполнились содержащиеся в нем пророчества, которые были произнесены за много веков до того, как произошли предсказанные в них события. Оно внесло свой вклад в исправление нравов каждого человеческого сообщества, которое уверовало в него и стало поступать в соответствии с его наставлениями. Более того, достоверность Священного Писания не раз подвергалась сомнениям,
Однако ни один из приводившихся доводов не смог доказать его ложность. Зато исторические документы и старые рукописи подтвердили подлинность этого писания, как подтвердили ее и археологические раскопки. В настоящее время известны более 25 тысяч рукописей Библии, часть которых хранится в Британском музее, и вы можете ознакомиться с ними, чтобы убедиться в истинности слов, относимых к Богу. Например, Александрийский кодекс, переписанный в 350 году нашей эры, и так называемый Ватиканский кодекс, переписанный в 325 году. Кроме того, следует упомянуть и о так называемых текстах Мертвого моря, включающих в себя полный текст Ветхого Завета. Эти тексты были записаны 2250 лет назад. Некоторые из вас, несомненно, слышали об удивительном открытии, сделанном на территории Сирии в Урагине 30 лет назад, а также о продолжавшихся в городе Абла в течение 10 лет раскопках, когда были найдены остатки целой цивилизации. И два этих открытия только усилили нашу веру в подлинность Священного Писания и в божественное вдохновение. А Господь наш Иисус, который никогда не лжет, сказал: «Небо и земля исчезнут, но мои слова не утратят свою силу». Прислушайтесь также к предостережению, которое содержится в конце Библии, в Откровении Иоанна Богослова. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Бог, который открывает нам Священное Писание, является Богом единым. Братья и сестры мои, мои дорогие друзья, существует один лишь единый Бог, один Бог. И вместе с тем, даже если для наших ограниченных умов это представляется чем-то трудным и непонятным, и несмотря на всех неверующих, сомневающихся, атеистов, агностиков и остальных, которые отрицают это, Бог все же раскрывает свою сущность в трех ипостасях. Это не является моим собственным открытием. Нет, просто именно так сам Бог проявляет себя в трех своих ипостасях — в природе, в Библии и разными другими путями. Позвольте мне со всем смирением попытаться постичь эту тайну. Постарайтесь понять ее и вы. И вместе с тем, давайте признаем ограниченность пределов нашего понимания. Попробуем привести примеры из природных явлений, в которых Бог дает нам некоторые доказательства существования Троицы. Сколько видов состояния вещества имеется в природе? Три. Твердое, газообразное и жидкое. Все вещества пребывают в этих трех состояниях. Молекулы воздуха, которыми мы дышим, также состоят из трех атомов. Атома кислорода, атома водорода и атома азота. Но все это воздух. Вода является жидкой, замерзая, она становится твердой, а если довести ее до кипения, она превратится в газ или же пар. Одно и то же вещество в трех формах. Посмотрите на Солнце, удаленное от нас на расстояние 93 миллионов миль. Оно является теплым, светлым и жгучим, оставаясь при этом одним и тем же Солнцем. Время может быть прошедшим, настоящим и будущим. Человек состоит из духа, тела и разума. И даже составными частями семьи являются отец, мать и дети. Истина о Троице ясно изложена в самом начале Библии. Если у вас есть Библия, в книге Бытия, в первой главе, в первом стихе, мы находим: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь Бог выступает в качестве Творца, Отец Небесный. Во втором стихе мы узнаем о Святом Духе, так как в этом стихе говорится: «И Дух Божий носился над водою». И позже, в третьем стихе, мы находим: «И сказал Бог: да будет свет, и стал свет». В этом стихе, словами Божьими, речь Бога является словами Бога. И по прошествии многих веков со времени написания этих строк, отголосок этой истины прозвучал в первых стихах Евангелия от Иоанна, где говорится: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Слово же как личность предстает перед нами и во втором стихе, где сказано: «Оно, именно оно было в начале у Бога». И мы удивляемся еще раз, обнаруживая упоминание о Троице в той же самой первой главе книги Бытия, где говорится: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Теперь я задам вам вопрос. Разве Бог обсуждал вопрос о сотворении им человека с самим собой? Или, иначе говоря, разговаривал ли он сам с собой? Или же он говорил с каким-либо из трех своих ипостасей, которые мы и называем Богом? Конечно же, с двумя другими ипостасями, но не с самим собой. Обратите внимание на Писание. «По образу нашему, по подобию нашему, сотворим». Здесь использованы три четких местоимения множественного числа, стих 26. Теперь обратимся к 27 стиху, где написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Тайна открылась, так как здесь также использованы три местоимения, но в этот раз не множественного, а единственного числа. Итак, он является единым Богом, в этом нет сомнения. Но в то же самое время присутствуют три личности в Святой Троице. Суть этой тройственности раскрывается еще в одном месте книги Бытия, где говорится: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». В книге Бытия, в главе 11, стихе 7, мы узнаем, что люди строили Вавилонскую башню. «И сказал Господь, сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И я еще раз спрашиваю вас, неужели же Бог разговаривал с самим собой? А если так, то почему же Он не сказал «сойду же и смешаю»? В своем ужасном видении пророка Исаии в главе 6 ангелы говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Уважаемые слушатели, не можете ли вы сказать мне, почему слово «свят» здесь повторяется трижды, почему не дважды, или четырежды, или более? Становится ли вам Бог, Дух и Слово более понятными теперь? Дополнительно в 6 главе Троица становится более ясной. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Вы обратили внимание, кого мне послать, и кто пойдет для нас? «Нас» — это «я» — это «нас». Многие из присутствующих в этом зале знают арабский язык, который является для них родным. Арабский язык является родным также и для меня. Теперь послушайте. Наши глаголы, как и во всех остальных семитских языках, в случае грамматики, отличаются от языков несемитских. У нас есть Ветхий Завет на иврите, который очень похож на арабский язык. И в этих языках для единственного, двойственного и множественного чисел используются разные формы глагола. Возьмем, например, наше слово «акаль», что в единственном числе значит «он съел». В двойственном же будет «акалля», они оба съели, а во множественном «акаллю», что значит «трое съели». Таким образом, во всех семитских языках глагол выступает в качестве указания на количество действующих лиц. В английском языке один и тот же глагол может быть использован для обозначения действия одним или же целым миллионом людей. Не так обстоит дело с арабским и древнееврейским языками, в которых даже слово «Элохим», являющееся именем Бога, стоит в форме множественного числа. В первом стихе первой главы книги Бытия мы находим слово «Шамаин», что значит «небеса», в форме множественного числа. А не приходило ли вам в голову спросить, почему Бог являет себя в образе Троицы? Он говорит: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Почему в книге чисел, в 6 главе благословений, Господа много, если Бог только один? «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир».
Из рассказа о Рождестве Христовом, как он приводится в Евангелии от Луки, мы еще раз узнаем о Боге, проявляющемся в трех ипостасях. Там говорится, что ангелы пели. «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И каждый из нас повторяет те же слова ежегодно во время праздника Рождества Христова. В книге пророка Исаии 9:6 одним из прозвищ Иисуса Христа является «Князь мира». Ангелы провозглашали радостную весть о рождении князя мира в Вифлееме. О тройственности ясно говорится в евангельских сообщениях о крещении Иисуса Христа. Сразу же после его выхода из воды он увидел, как небеса отверзлись, и Святой Дух стал нисходить на него в образе голубя, и услышал он голос с небес, который сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Троица ярко демонстрируется не только при рождении Иисуса и в начале его публичных проповедей, но также и к концу. И когда Иисус преобразился на горе, что недалеко от моего родного города Назарета, он увидел Духа Святого в виде облака, из которого раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Можете ли вы объяснить мне, дорогие друзья мои, почему о числе три все время идет речь в нижеследующих ситуациях, если целью этого не является указание на Троицу? Господь Иисус сотворил три чуда, связанных с ловлей рыбы в Тивериадском море, и воскресил троих умерших – девочку, юношу и взрослого мужчину, что является указанием на его любовь ко всем, независимо от возраста. Петр трижды отрекся от своего Господа, а потом трижды заявил о своей любви к Нему, и свидетелями преображения Иисуса были трое из Его учеников. Срок Его миссии на земле составил 3 года. Он был одним из трех распятых в день Его казни. При этом двое подверглись этому за свои грехи, а Он — во искупление грехов. Но потом Он воскрес из мертвых на третий день. Так найдется ли среди вас такой, кто стал бы отрицать, что все это является знаком от Бога? Или вы думаете, что Господь уводит нас от цели или обманывает нас? Дайте Богу возможность быть Богом, и не указывайте Ему, что Он может делать, а что нет. Иисус, который не лгал и был совершенно безгрешным, завершил свою искупительную миссию ясными словами, которые приведены в Евангелии от Матфея. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Кто еще из пророков осмеливался говорить нечто подобное? «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами во все дни до скончания века». И миллионы христиан называют это веление великим и важным велением проповедничества. И многие из нас начинают совершать церковные обряды с произнесения слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Теперь относительно вопроса, являлся ли Иисус Христос Богом. Позвольте вас заверить, что если бы Иисус Христос родился бы таким же образом, как, например, я и вы, а не сверхъестественно от девственницы, если бы он жил как обычный человек и умер подобно остальным людям, а не воскрес бы из мертвых и не вознесся бы в небеса, то об этом деле не стоило бы и говорить, все это было бы обманом. Однако истинный вопрос состоит вот в чем. Был ли Бог Иисусом Христом? Если мы допускаем, что Бог является всемогущим и который может делать все, что пожелает, то мы оказываемся в трудном положении. С одной стороны, мы утверждаем, что Бог может стать кем угодно, так как Его возможности не ограничены. С другой же стороны, мы отрицаем, что Он всемогущий, так как мы отрицаем, что Он воплотился в человека. Дорогие мои друзья, я подтверждаю, что человек не может стать Богом. Это богохульство, но Бог может стать человеком. И имя этого человека — Иисус, Господь и Спаситель, Царь царей и Господин Господь.
Доктор Стэнли Джонс, которого называют миссионером, посланным в Индию, так говорил о различных видах религии мира. «Первым видом, — сказал он, — было слово, которое стало словом, то есть, когда Бог раскрывает свою сущность в Священном Писании. Второй вид — это слово, которое стало законом, то есть Бог устанавливает определенные правила. Третьим видом является слово, которое стало плотью. Если бы люди были библиотеками, то книга являлась бы наилучшим средством общения с ними. Если бы они являлись конституциями и законами, то они наилучшим образом реагировали бы на законы. Но поскольку мы являемся людьми, то Богу было угодно сделать свое слово плотью, как мы можем прочитать об этом. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу Единородного от Отца». Тем, кому известен рассказ об Аврааме, позвольте мне напомнить его содержание. Бог явился к Аврааму в образе человека, и это было за 1500 лет до того, как Бог появился в Вифлееме в образе младенца. Давайте откроем книгу Бытия, главу 18. Я читаю. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Слушайте внимательно. «Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Они материализовались. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Далее мы читаем в 13 стихе: «И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Чуть позже, когда Авраам заступился за Содом и Гоморру, мы можем заметить, что он говорит с Богом как с человеком. Обратите внимание на стих 22 и далее. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» И, наконец, в последнем стихе 18 главы приводится описание Господа в образе человека. «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место». Теперь скажите мне, дорогие друзья, если всемогущий Бог не пожелал ограничивать себя временем, местом и пространством, то как он мог удалиться от Авраама, так как там говорится: «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом». И что тогда можно сказать о Мельхиседеке, являвшемся еще одним проявлением Иисуса Христа? В послании к евреям пишется: «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращавшегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Адам был сотворенным из праха земли, и мы прах земли тоже, но Иисус был рожден Духом Бога. Дорогие друзья, господин Дидат в своей книге под названием «Что есть имя Его» всеми путями пытается доказать, что одним из характерных качеств истинного Бога является то, что Он никогда не ест.
Но кто вы такие? И кем являются примитивные люди указывать Богу, что Он может делать, а что нет? Что может говорить и когда может являться? 18 глава книги Бытия повествует нам о трех мужах, явившихся с небес к Аврааму, который обращался к старшему из них, называя его владыкой, и он стоял рядом с ними, когда они ели. А через много веков после этого Иисус Христос, друг Авраама и Господь его, ел вместе со своими учениками до своего воскресения и после него, потому что он сделал такой выбор, и потому что он является Богом. Возможно, ваши трудности, сэр, с которыми вы сталкиваетесь, состоят в том, что, несмотря на то, что вы повторяете слова «Бог превелик», «Аллаху Акбар» по 40 раз в день, все же Аллах не настолько велик, чтобы творить такие удивительные чудеса. До каких пор, я спрашиваю вас, до каких пор вы будете считать, что Бог далек от нас, что мы Ему не интересны, и что Он ведет себя, как некий диктатор? Он создал нас по своему образу и подобию. К Аврааму явились эти мужи, направившиеся потом в сторону Содома, а один из них остался, кого Авраам называл владыкой. Позвольте мне со всей искренностью и ясностью представить вам основные атрибуты, которыми обладает Бог, и вы сами увидите, что этими же атрибутами обладает и Иисус Христос, являющийся таковым изначально. Бог присутствует везде. Иисус существовал в прошлом. «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Евангелие от Иоанна 17:5. Позвольте же господину Дедату объяснить, поскольку он противоречит сам себе, так как в лекции в июле прошлого года в Бирмингеме он сказал слушателям: «Я верю в каждое слово Иисуса, написанное в Евангелиях». И снова в Евангелии от Иоанна, в главе 8 и стихах 56 и 58, мы читаем: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Почему «я есмь»? Если вы почитаете книгу Исхода, главу 3, стих 13 и далее, вы поймете почему. «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею: я есмь сущий, и сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». В 5 главе книги пророка Михея приводится пророчество, связанное с Вифлеемом, которое является местом рождения Мессии, царя, и которого происхождение из начала дней вечных. Соответствуют ли подобные качества качествам обыкновенного человека, или же это атрибуты Бога, который соблаговолил явиться к нам в образе человека? Я прочту Евангелие от Иоанна, в котором имеется указание на существование Христа еще до сотворения мира. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Теперь обратим внимание на известный первый стих первой главы Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью». В подтверждении этой истины прислушайтесь к мудрым словам Соломона из книги Притчей Соломоновых, 30, стих 4. Послушайте. «Кто выходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли?» Где ответ? Или каковым является ответ? Иисус, наш Господь, по прошествии 10 веков дал нам ответ в Евангелии от Иоанна 3:13. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах».
Библия утверждает, что Иисус единый вчера, сегодня и будет таким всегда, атрибут, который приписывается только Богу. Последняя книга Библии окружает нас таинственностью в 8 стихе 1 главы. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». А в 17 и 18 стихах в той же главе мы читаем: «И когда я увидел его, — сказал Иоанн, — то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се, жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Могут ли служить эти потрясающие заявления и пророчества указанием на то, что Иисус Христос, рожденный чудесным образом, является просто человеком? Или же они указывают на то, что Он есть Бог в образе человека? Бог всезнающ. Многим из присутствующих сегодня известен рассказ о самарянке, который приводится в 4 главе Евангелия от Иоанна. Почему она поверила, когда Он сказал ей, что является ожидаемым Христом? Он сказал ей: «Ты хочешь воды? Пойди, позови мужа твоего». Его. Она сказала: «У меня нет мужа». Он посмотрел ей в глаза и сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Она пришла в ужас и побежала назад в город. И что она сказала? «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» И они узнали, что он был таковым. Некоторые из вас, возможно, помнят историю Филиппа. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа, из Назарета». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Только Бог знает неизвестное. Как мог Иисус видеть Нафанаила, если его никто не мог видеть, кроме Бога? Теперь о пророчествах. Иисус предсказал о предательстве, о том, что будет распят, о своей смерти и воскресении, приводя мельчайшие подробности, вплоть до того, что некоторые из его учеников иногда не верили ему. И он предрек, что Петр трижды отречется от него, хотя тот и являлся одним из самых преданных его учеников. И он с точностью описал разрушение Иерусалима, что и случилось через 37 лет. Кроме того, он говорил о конце света и о тех условиях, которые привели идут к этому, которое мы уже испытываем сегодня, здесь, в Лондоне и других городах мира. Во время того, что получило название «Тайной вечери», Иисус предсказал свою смерть, воскресение и второе пришествие в мир. Может ли кто из вас, после всех этих ясных указаний и доказательств, сказать искренне и по совести, что Иисус не был Богом в человеческом образе? Даже Коран свидетельствует о том, что лишь Иисус знает время наступления Судного дня. Евангелие от Матфея рассказывает нам о мудрецах с Востока, пришедших в Вифлеем поклониться Богу. Послушайте. Они пришли и спросили: «Где родившийся царь иудейский?» Странно то, что они назвали ребенка царем вместо подлинного прозвища «князь». В Евангелии от Матфея мы читаем, что когда они увидели новорожденного с Марией, то пали ниц и поклонились ему, не Марии. Мои дорогие друзья, разумные люди до сих пор продолжают поклоняться ему. Что же касается трех даров, золото символизирует собой то, что он является царем, одежды — то, что он является Богом, а смирна — то, что он умрет и будет погребен в саванне. И даже дьяволы знают Иисуса и поклоняются ему, как пишется об этом в Евангелии от Марка 5, 6 по 7 стих. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?“»
В Евангелии от Луки 20:41 мы находим несколько доказательств, что Иисусу поклоняются даже его враги. Он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножья ног твоих». Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? В 9 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о том, как Иисус излечил слепорожденного, а позднее в этой же главе мы читаем окончание этого волнующего повествования. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему. Позвольте мне обратиться к вашим умам и сердцам, стремящимся к поиску истины, и обратить ваше внимание на некоторые сведения об Иисусе, которые содержатся в послании к Колоссянам, глава 1, стих 13 и далее. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, которое есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и им все стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Бог является всемогущим. Кто в мире способен управлять силами природы и атмосферными явлениями? Вы, конечно, ответите «Бог». Тогда скажите мне, пожалуйста, кем же тогда является Иисус Христос, который успокоил бурю на Тивериадском море, как сообщается об этом в Евангелии от Луки? И что можно сказать о его хождении по воде и вознесении на небеса, вопреки силе притяжения, после завершения его искупительной миссии на земле, как говорится об этом в Деяниях апостолов? Пророк Илия был вознесен на небо на огненной колеснице, мои друзья. Но Иисус вознесся к небесам благодаря собственной силе, так как он был способен на это. Теперь о власти над жизнью. В Евангелии от Матфея говорится, «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. А теперь о власти над смертью. Известный рассказ о Лазаре приводится в 11 главе Евангелия от Иоанна. Тело лежало в могиле и разлагалось 4 дня, и Иисус вернул его назад к жизни. Иисус также оживил 12-летнюю девочку и 18-летнего юношу. И не забывайте о том, что он сказал, «Я есть воскресение и жизнь». Иисус обладал властью над дьяволом и его демонами. В Евангелии от Луки 8:26 описывается удивительный случай встречи Иисуса с миром злых духов. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал, «Что тебе до Меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь Меня!» Власть над болезнями, которая поистине не имеет себе подобного в истории человечества. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».
Он вернул зрение слепому, излечил расслабленного, оживил мертвого и вылечил людей от многих других болезней. Евангелие от Матфея 12:15 гласит, «За ним следовали огромные толпы людей, и он излечил их всех». Власть отпускать грехи. Прочтем Евангелие от Марка 2 и Матфея 9, где приводятся следующие истории. К нему принесли парализованного и спустили постель через кровлю дома. И Иисус увидел его, и первое, что он сказал, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Люди встревожились в своих сердцах, и он сразу же почувствовал, что их беспокоит, и что он сказал им, «Кто может простить грехи, как не сам Бог?» Это то, о чем они подумали. И сразу же, когда Иисус понял в душе, что на их сердцах, он сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он простил согрешившей женщине. Он простил разбойнику, вместе с которым он был распят. Однако он ни разу не попросил прощения для себя. Он молился с просьбой простить тех, кто подвергал его мучениям. Способностью творить — это прерогатива Бога, которая проявилась в Иисусе, когда Он накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами, исходя из Евангелия от Луки 9, а также в другом случае, когда Он накормил 4000 человек в Евангелии от Марка 8 несколькими хлебами и небольшим количеством рыбы. Первое послание Иоанна в главе 5 свидетельствует. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Дорогие братья, можем ли мы сегодня вечером или когда-нибудь еще отрицать эту неспосланную истину? Свидетельства об Иисусе из Назарета достоверны и аргументированы, так как о Его проявлении свидетельствовали пророки древности, и Он исполнил пророчество до мельчайших подробностей. Наш Небесный Отец подтвердил свою связь с Иисусом, называя Его Своим Сыном. Совершенные им чудеса свидетельствуют о Его силе. Святой Дух разъяснил эту истину, о которой также свидетельствуют апостолы и Новый Завет. Разрешите же мне еще раз подтвердить, что Бог в действительности является Иисусом. В истории человечества было немало людей, которых обожествляли, но Иисус является первым, единственным и истинным Богом в человеческом образе. Если мы зададим себе серьезный вопрос, для чего пришел Иисус Христос, если бы Он был всего лишь пророком? Мир больше не нуждался в пророках, священниках, книгах и чудотворцах. Небесный Бог дает нам ответ. Имя Ему будет Иисус, потому что Он спасет всех людей от грехов. Иисус явился, чтобы спасти меня и вас от ада и приготовить к жизни вечной в раю. Он любит вас, как и я, и более. Он сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Послушайте его заявление, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Слова Бога утверждают, что мы все грешны, и все мы являемся предметом Божьей заботы. Иисус ищет вас и меня, чтобы дать нам вечную жизнь. Полной ценой за избавление грехов является смерть, которую Иисус претерпел за нас. Бог даровал нам жизнь вечную через Иисуса Христа, нашего Господа. Тайна открывается, если прислушаться к тому, что говорит о нем Иоанн Креститель. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Я свидетельствую, что Он — Сын Божий. Каким образом, вы спросите, с помощью подмены Он занял наше место, в то время как первый человек, Адам, вступил в это сражение и проиграл его, второй же человек вступил в сражение и победил, а трагедия, разыгравшаяся на кресте, стала победой? Почему древние евреи приносили жертвы? И почему Коран советует и поощряет это? Потому что прощение грехов без пролития крови не бывает.
Разве не удивительно, что Бог требует праведных дел в результате спасения, но не ради спасения? Вы не должны посещать священные города, такие как Иерусалим, Мекку или Рим, ибо они слишком маленькие, чтобы вместить в себя величие Бога. Обрядовые очищения могут очистить нас от грехов, но не очистят наши сердца, которые полны грехов. Наши молитвы и посты не впечатляют Бога, так как они всего лишь способствуют самоправедности. Бог любит вас и меня, и хочет по милости своей спасти нас с помощью веры в нашего Господа Иисуса Христа. Ибо Бог так возлюбил мир, что пожертвовал своим единственным Сыном, чтобы не погиб никто из верующих в Него, но обрел бы жизнь вечную. Большое спасибо. Для меня является привилегией, которую я не ожидал, и очень рад ей, поприветствовать и пригласить сегодня вечером в Королевский Альберт Холл и послушать в течение следующих 50 минут выступление господина Ахмеда Дидата. Спасибо, сэр. I love you. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل. فيدمغه فاذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون صدق الله صدق الله مولانا العظيم Mr. Chairman, господин председатель, respected, уважаемый господин выступающий, мои дорогие братья и сестры, на поставленный перед нами вопрос, является ли Иисус Богом, можно ответить просто, если пойти путем постановки вопроса от обратного. Утверждал ли Иисус, что Он является Богом? Сказал ли Он «Я Бог»? И сказал ли Он «Поклоняйтесь Мне»? Поверьте мне, господин председатель, дамы и господа, ни в одной из 66 книг, из которых состоит Библия протестантов, ни в одной из 73 книг, из которых состоит Библия католиков, нет ни одного места, где бы Иисус четко и ясно сказал «Я Бог» или «Поклоняйтесь Мне». Я был бы очень рад услышать от самого Иисуса эту простую и четкую формулировку. «Я Бог» или «Поклоняйтесь Мне». Являясь мусульманином, и вообще все мы мусульмане, верим, что Иисус Христос был одним из великих посланников Бога. И мы верим в Его чудесное рождение, в то, что Он был Мессией. И мы верим, что Он с разрешения Всевышнего оживлял мертвых и с разрешения Всевышнего излечивал слепых и прокаженных. Именно в этом и заключается основное различие между христианами и мусульманами, а именно в божественной природе Иисуса Христа. И относительно этого я утверждаю, что наш брат Шируш не привел ни одного примера, где Иисус лично сказал «Я Бог» или «Поклоняйтесь Мне». За все время своей жизни на этой земле Иисус ни разу подобного не утверждал. Естественно, что моему брату Шируши будет предоставлена возможность, когда он вернется, возразить мне и внести ясность в этот вопрос. Самым близким из того, что он процитировал в связи с обсуждаемым вопросом, были слова книги Откровения Иоанна, где утверждается, что Иисус якобы сказал «Я есть Альфа и Омега», что значит «Я есть Первый и Последний». Но что представляет собой Откровение Иоанна? Это был сон. Это был сон, в котором Иоанн видел различных животных с глазами внутри и снаружи, с рогами и так далее. Но такого рода сны испытывает также и человек, употребив слишком много еды. Мы обязательно проанализируем все, что Иисус говорил и делал. Что же касается идеи Святой Троицы?
В Святую Троицу верит абсолютное большинство христиан, независимо от того, являются ли они прихожанами англиканской, католической, лютеранской или методистской церкви. Христиане в целом верят в Святую Троицу, которую они трактуют таким образом. Отец является Богом, Сын является Богом, и Дух Святой является Богом. Но все они являются не тремя богами, а одним единым Богом. Отец является всемогущим, Сын является всемогущим, и Дух Святой является всемогущим. Но они не являются тремя всемогущими божествами, но являются единым всемогущим Богом. И это еще не конец. Я цитирую. Они говорят, «Отец является одним лицом, Сын является одним лицом, и Дух Святой является одним лицом». Однако все они являются не тремя лицами, а одним лицом. Теперь я спрашиваю вас, какой это язык? Лицо, лицо и лицо. Но не три лица, а одно лицо. Какой же это язык? Пусть кто-нибудь из присутствующих здесь скажет мне, каким образом определяется лицо в вашем языке. Скажите мне вы, заамериканизированные англичане, как определяется лицо в вашем языке? Представьте, что вы и ваши другие два брата – идентичные тройняшки, и мы не видим разницу между вами. Если один из вас совершит убийство, я спрашиваю, можем ли мы повесить другого? Вы скажете «нет», а я спрашиваю «почему же нет? Ведь вы все похожи друг на друга». На это вы скажете «нет, потому что он другой человек». Но что именно делает его другим? Это его индивидуальность. Его индивидуальность делает его личностью. И когда христиане говорят «во имя Отца и Сына и Святого Духа», в уме они видят три разных образа. Когда вы говорите об Отце, вы не имеете в виду Сына, а когда говорите о Сыне, вы не имеете в виду Святого Духа, не так ли? И эти три образа вы не сможете наложить друг на друга, создав один образ, так как они всегда останутся в уме тремя. Если же, конечно, в этом уме нет какого-нибудь дефекта, три всегда останутся тремя. Что касается мусульман, то для нас вера в то, что какой-либо человек является Богом или приравнивается к нему, является актом отступничества от Бога. Независимо от того, является ли это индусской идеей воплощения Бога в человеческий образ или христианской идеей, что Бог стал человеком. Священный Коран говорит, «Не уверовали те, которые говорят, Аллах — это Мессия, Сын Марии». То есть это акт богоотступничества, богохульства. Ведь Мессия сказал, «О сыны Израиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему». Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, там он запретил рай. Его пристанищем будет гиенна. И у беззаконников не будет помощников. Иисус Христос говорил об Отце Небесном, который является моим и вашим Отцом, и это повторяется снова и снова. Если вы начнете читать Евангелие от Матфея с 1 главы 1 стиха, вы столкнетесь с такими фразами, как «ваш Отец» или «отцу твоему» 13 раз, перед тем, как он сказал «мой Отец». Это удивительная ситуация. 13 раз человек повторяет вам, что всемогущий Бог является отцом всех людей. Метафорически, он является творцом, заботливым, поддерживающим, подателем благ каждого из нас, каждого человека. Но физически он не рождает, потому что продолжение рода является актом животного мира. Это является низменной функцией полов. И мы не можем это отнести к атрибутам Бога, то есть, что Бог породил Сына. Тем не менее, христиане все продолжают повторять «Сын Божий, Сын Божий». Я хочу спросить, как насчет Адама? Сколько же сыновей у Бога? Большинство христиан вам ответят «один». А я говорю, вы не читаете свою Библию. Вы не читаете Библию как следует. Знаете ли вы, что исходя из Библии, у Бога целые тонны сыновей?
Я говорю именно о тоннах, мерах весов. В Бытие, глава 6, стих 3, говорится: «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал, и как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им». Это сильные, издревле славные люди. В книге Исхода Бог говорит: «Израиль есть сын мой, первенец мой». А в книге Иеремия говорится: «Ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой». А в Новом Завете мы читаем: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Любой человек, Иванов, Петров или Сидоров, если вы следуете велению Божьему, вы становитесь человеком Божьим. На языке же евреев они скажут: «Сын Божий», то есть праведный человек. Но христиане говорят: «Нет, Иисус не таков, Он рожден, но не сотворен». Я прошу, пожалуйста, объясните мне, что вы пытаетесь этим сказать, когда вы говорите мне: «Он рожден, но не сотворен». Что вы хотите этим сказать? Поверьте мне, за 40 лет ни один христианин не смог объяснить мне, что это означает. Правда, один американец однажды мне ответил: «Это значит, что его породил Бог». Я переспросил: «Что?» Тогда он сказал: «Нет, вы спросили меня о смысле этих слов, и я объяснил вам, но это вовсе не значит, что я верю в то, что Бог действительно породил ребенка». Итак, для мусульман утверждение, что Иисус является Богом, является богохульством. Но здесь есть богохульство и с точки зрения христиан. Видите ли, любой христианин, является ли он католиком, православным или методистом, все они верят в Святую Троицу, и они утверждают, что Иисус является в Троице вторым лицом. То есть вы никогда не услышите от христианина слов «во имя Святого Духа и Отца и Сына». И вы никогда не услышите «во имя Сына и Святого Духа и Отца». Всегда должно быть так: во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иисус всегда является вторым лицом в Троице. Если кто-нибудь из христиан скажет, что Иисус является Отцом, то это будет считаться ересью. С точки зрения мусульман, приписывание сотворенному существу божественную природу является богохульством, неверием. С точки зрения любой церкви, православной, лютеранской, англиканской, методистской или католической, заявление кого-либо, что Иисус является Отцом, считается древней ересью, которая была осуждена католической церковью более 1000 лет назад. Они избавились от нее. И я не знаю, почему мой брат Шуруш скрыл тот факт, что он на самом деле верит, что Иисус является Отцом, в своей книге «Свободный христианин». В случае, если он забыл, я прихватил ее с собой. Итак, «Свободный христианин». Прошу прощения, книга называется «Свободный палестинец» со звездой Давида на фоне. Я не знаю, от кого он свободен, от евреев или еще от кого-нибудь. Так вот, на 8 странице он говорит, я цитирую: «О возлюбленный Отец Небесный, я благодарю Тебя за те чудеса, которые Ты сотворил в моей жизни. Наибольшим же чудом из всех чудес является то, что Ты возлюбил меня до такой степени, что умер ради меня». Кто умер? Отец умер ради него. И эти слова на протяжении всей истории церкви, и мой брат Шуруш, как специалист по богословию, сможет подтвердить это, являются древней ересью, которая называется патрипассианизм, или монархианство, или савелианство. Но вам не стоит затруднять себя этой труднопроизносимой терминологией. Важно то, что церковь издавна боролась с этими ересями, и история этой борьбы насчитывает уже более 1000 лет. Иисус также опровергает, что Он являлся Отцом. Он говорит: «И Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 9.
Иисус был человеком, ходившим по этой земле, и Петр свидетельствует об этом в Деяниях апостолов, в главе 2, в стихе 22, где он говорит: «Мужи иудейские, выслушайте слова мои. Иисус из Назарета был человек, человек, чья божественная власть была ясно доказана вам всеми силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Не он их делал, но Бог творил чудеса через него, то есть Бог использовал Иисуса». Итак, которое Бог сотворил через него. Вы сами знаете это, ибо произошло это здесь, среди вас. Из этого следует, что Иисус не является Отцом. Обращаясь к евреям, Иисус сказал: «Вы ни глаза Его никогда не слышали, никогда, ни лица Его не видели». Евреи видели и слушали Иисуса, хоть и не склонились к Его посланию, но они слышали Его, ведь они не были глухими. Они слушали и видели Его, и даже хотели побить Его камнями, и Он убегал и скрывался от них. Они ясно видели Его физическое тело, и Он, исходя из Библии, пытался физически спрятаться от них, а не раствориться в воздухе. Значит, Он не мог быть Отцом, и Он не мог быть Богом. Библия рассказывает нам, чем Бог не является. Точно так и в исламе. В Коране сказано, чем Бог не является. Нет ничего подобного Ему. То есть, все, что вы можете себе представить и вообразить, не является Богом. Нам дано 99 атрибутов Всевышнего, такие как милосердный, справедливый, священный и так далее. Всего 99. Но также есть вещи, которыми Он не является. Также и Библия говорит нам о том, чем Бог не является. В книге Иова, в главе 25, в стихе 4 и 6, говорится: «Как тогда перед Богом может быть праведным человек?» То есть, как можно сравнивать какое-либо существо с Богом? Как может быть чистым рожденный? Иными словами, любой, кто был рожден женщиной, не достоин быть сравнимым с Богом. Любой, идет ли речь о Моисее, Иисусе, Мухаммеде, Раме, Кришне или Будде, никто из людей, которых женщины носили в чреве 9 месяцев, не может быть Богом. Это утверждает Библия. Даже луна не ярка и не ясны звезды перед глазами Его. Что такое луна? Что такое звезды перед Богом? Ничто. Так как же ничтожен человек? Видите ли, христиане думают, что Иисус был рожден женщиной, и в этом нет сомнения, но Он был рожден чудесным образом, с чем также мы соглашаемся. И именно это Его делает сверхъестественным, то, что Он родился чудесным образом. Итак, Всевышний в этой книге, в христианской Библии, говорит о том, как ничтожен человек. Если даже солнце, луна и звезды являются ничем для Бога, то кто такой для Него человек? Кто я, вы, все мы для Него? Люди просто личинки. Вы знаете, что такое личинки? Я не буду вам рассказывать. Посмотрите в словарях определение этого слова. Личинки — те червячки, которые ползают в человеческих экстрементах. Вы и я, исходя из этой книги Бога, не более чем личинки. И Сын Человеческий, о ком идет речь? Об Иисусе Христе. Точное определение, на случай, если у вас появятся какие-либо сомнения, что Иисус является исключением, Бог говорит вам, что Иисус не есть исключением. Сын Человеческий. 83 раза в Новом Завете Иисус упоминается как Сын Человеческий. К примеру, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. И как Иона находился в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий пробудет сердце земли 3 дня и 3 ночи. 83 раза. И только 13 раз Он упоминается в Новом Завете как Сын Божий. На 70 раз больше Он назван Сын Человеческий. И спросите любого христианского миссионера, кем является Сын Человеческий, и они вам ответят: Иисус. Библия говорит: «И Сын Человеческий — червь». Он червь.
Мы личинки, то есть низший уровень. А он червь. Поэтому не заблуждайтесь. Библия говорит нам в Евангелии от Луки, в главе 2, стихе 21. По прошествии 8 дней младенца надлежало обрезать. Богу нужно было сделать обрезание? Пожалуйста, мы должны соблюдать тишину и не хлопать, как просил нас об этом председательствующий в начале. Поаплодируйте в конце моей речи. Итак, когда ему было 8 дней, ему сделали обрезание и дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его во чреве. Кто был во чреве своей матери? Иисус. Как он вышел оттуда? Как и я, и вы, и Бог тоже. Я спрашиваю вас, если бы кто-нибудь из вас был акушером 2000 лет назад, и вы помогали Марии при рождении ребенка, могли бы вы себе представить хотя бы на мгновение, что вот это маленькое, бессильное существо, покрытое грязью, является вашим Богом, вашим Иеговой, вашим Аллахом? Да простит нас Бог. Человеческий разум отвергает эту мысль. Ведь это маленькое создание сделало свою мать нечистой на 40 дней, как это утверждает Библия, так как родившая должна очищаться 40 дней. Так кто сделал ее нечистой? Святой Бог? Святой Бог сделал ее нечистой? Нет, он просто ребенок, такой как вы и я. Он сделал Марию нечистой на 40 дней, и она вынашивала его 9 месяцев. В Англии англиканская церковь сегодня придерживается более рациональных взглядов, чем евангелисты. В июне прошлого года проходил опрос англиканских епископов здесь, в Великобритании. И более чем половина епископов утверждают, что христиане не обязаны верить, что Иисус был Богом. Вы не должны в это верить. И если ваше и мое спасение зависит именно от этого, ведь христиане верят в то, что Иисус должен был умереть, будучи Богом, так как один человек не может искупить грехи всего мира, умерев на кресте. Мы же утверждаем, что они не убили его и не распяли его, и я уже доказал это здесь в июле, поэтому мы не будем касаться этой темы. Итак, христиане должны верить в то, что Иисус умер, будучи Богом, но не человеком. Потому что простой человек не может нести на себе грехи всего мира. И я спрашиваю, вы верите, что Бог умер? Вы говорите, что Он вечен и бессмертен, и в то же время Он умер. Если Он умер, то что же тогда произошло с Его творениями? Вот, к примеру, электричество в этом зале. Откуда оно поступает сюда? С электростанции, не так ли? Если вы вырубите электростанцию, и подача тока прекратится, что вы будете делать с выключателями здесь? Ничего. Вы погрузитесь в темноту. Если свет Бога погас, кто тогда будет управлять Вселенной? Кто управлял всем в течение 3 дней и 3 ночей, когда он был мертвым в могиле, как утверждают христиане? И кто заботился об этом мире в течение 3 дней и 3 ночей? Кто? Я еще раз говорю, что Иисус Христос никогда не утверждал «Я Бог» или «Поклоняйтесь мне». Наоборот, Он говорил: «Отец более велик, чем я». «Отец мой больше всех». Евангелие от Иоанна 10:29. «Я ничего не могу творить сам от себя». Евангелие от Иоанна 5:30. Он сказал: «Я сам ничего не могу, но Бог может все». А, за исключением. Мой брат Шуруш сказал, что Бог может стать человеком. Он может сделать все, что угодно. Я же говорю: «Нет, Он не может сделать этого». Значит ли это, что я ограничиваю могущество Бога? Вовсе нет. Я всего лишь бросаю вызов людям доказать мне, что всемогущий Бог может сотворить еще одного Бога. Он не сотворен. Значит, Он не может создать еще одного несотворенного. Он вечен, без начала. Значит, Он не может создать подобного себе. Где и как? Как только Он сотворил кого-то, тот становится сотворенным. Значит, Он не может сотворить несотворенное.
Ведь это здравый смысл. Он не может сотворить еще одного Бога. Может ли он сотворить еще одного отца? И будет два отца? Тогда может сотворить еще дюжину отцов, не так ли? В таком случае, мои братья-индусы более разумны, так как они верят в миллионы богов, и для них все является Богом. Значит, они более разумны. Почему вы такие иррациональные и делаете исключения? Почему бы не иметь больше богов и сыновей? Физических сыновей? Более того, Бог не может выкинуть меня за пределы своей власти. Он всемогущий Бог, но может ли Он выкинуть вас за пределы своей власти и владения? Существует ли место, на которое Его власть не распространяется, и куда бы Он мог вас поместить? Может ли Он сделать такое? Нет, не может. Можете ли вы себе представить такое место? Где оно? Да, Он может уничтожить меня. Да, Он может покончить с вами. Но Он не может выкинуть вас за пределы своей власти. Он не может. И это вовсе не означает, что Он ограничен в своих возможностях. Он всемогущ, и власть Его распространяется на небеса и землю, на все вокруг, на все, что вы могли бы себе вообразить и более. Так куда Он вас может выкинуть? Видите ли, всемогущий Бог может делать все, но делает Он то, что присуще Богу. Бог должен делать, что присуще Богу. Он не забавляется. Я не рассчитываю, что брат Шуруш будет забавляться здесь. И вы не думаете, что я буду забавляться здесь тоже. Один человек преодолел тысячи миль из Южной Африки, другой брат приезжает сюда, преодолевает тысячи миль из Америки. Для чего? Для забавы? Чего вы от нас ожидаете? Если бы кто-то вам сказал, что Шуруш и Дидат приехали, чтобы потанцевать на подиуме, вы бы поверили? Вы бы сказали, что не ожидаете от этих религиозных людей такого поведения. Поэтому Всевышний Бог совершает те поступки, которые присущи только Богу. Он не делает нелепые поступки. Далее Иисус говорит, «Я перстом Божиим изгоняю бесов». Евангелие от Луки 11:20. Он говорит, «Я Духом Божиим изгоняю бесов». Евангелие от Матфея 12:28. У Него была сила, например, власть прощать грехи. Где Он ее взял? Спросите у Него. Он говорит, «Дана мне всякая власть». То есть, она не моя. «Дана мне кем?» Отцом Небесным. Всемогущий Бог дал ему власть исцелять слепых и прокаженных, оживлять мертвых и убить 2000 свиней, исходя из Библии, и высушить смоковницу до корней, и успокоить бурю. Откуда у него эта власть? От Бога. Значит, воздадим хвалу Богу. Кто-то правильно подметил в Новом Завете, когда Иисус сотворил одно из своих чудес и прославил Бога, давшего такую власть человекам. То есть, хвала Богу за то, что Он дал такую власть человекам. Хвала не человеку. Мой брат Шуруш сказал, что в Коране Иисус знал о часе наступления судного дня. Я думаю, что он неправильно читал Коран. Здесь есть Коран, и вы можете проверить. Я хотел бы увидеть, где сказано, что Иисус знает, или Бог сказал, что Иисус знает. Даже Библия противоречит этому. Там сказано, «О дне же том, или часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец». Другими словами, в знании своем я не как Бог, во власти своей я не как Бог. Евангелие от Марка, глава 13, стих 32. Самый главный вопрос остается открытым. Где Иисус говорит «Я Бог» или «Поклоняйтесь мне»? Или где сказано «Я и Бог одно и то же»? Есть ли здесь хоть один христианин, который может указать мне на стих, в котором говорится «Я и Бог одно и то же»? Найдется ли хотя бы один христианин в этом большом зале, кто сможет указать? Евангелие от Иоанна, глава 14:6. И что же говорится в Евангелии от Иоанна 14:6? Там говорится «Я и Отец одно». Да. Прекрасно, но глава указана неверно. Нет, эта цитата не из главы 14:6. Цитата приведена правильно. «Я и Отец одно». Цитата верна. Но это Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30.
Тишина, пожалуйста, тишина. Итак, это цитата из Евангелия от Иоанна, глава 10, стих 30. У вас будет возможность задать мне вопросы, дорогие братья. Пожалуйста, сядьте. Мы не принимаем вопросы сейчас. Пожалуйста, займите свои места. Прошу прощения, господин Дидат. Тишина, пожалуйста. Я читаю по памяти. Мой брат Шуруш только что подтвердил, что это действительно Евангелие от Иоанна 10:30. Теперь относительно контекста. Видите ли, в течение 40 лет я разговаривал с людьми, и каждый раз, когда цитировался этот стих, где Иисус говорит «Я и Отец одно», безусловно, эти слова там есть, их нельзя отрицать. Я спрашивал о контексте. И поверьте мне, за 40 лет я не встретил ни одного христианского ученого, который знал бы контекст. Да, вы можете открыть книгу сейчас. Но ни один христианин не мог объяснить мне контекст. Итак, контекст начинается с 23 стиха. Там говорится... «И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Они обвиняли Его в том, что Его слова были неясными, что Он не разъяснил им полностью то, о чем говорил. Это было основное обвинение, ложное обвинение, потому что мы знаем, что слова Его были ясными, так как Он в открытую говорил, что Он Христос, Мессия. Но евреи начали придираться, потому что им не нравились Его проповеди. Он называл их «порождение ехидны», «род лукавый и прелюбодейный», «неразумные», «змии», «лицемеры», «гробы окрашенные». Вам бы понравилось, если бы вас так называли. Евреи не были из тех, кто быстро забывает. Поэтому, когда он оказался в одиночестве, они обступили его, размахивая пальцем, и говорили, «Давай, скажи нам, почему ты нам не скажешь?» Они искали ссоры с ним, чтобы прийти в ярость и побить его. Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите, дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную». И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Это 29 стих. Стих 30. Я и отец одно. Иными словами, в цели своей мы одно. Но иудеи искали неприятностей, и если кто-либо ищет неприятностей, ходить далеко не приходится. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Это еще одно ложное обвинение. Первое обвинение заключалось в том, что его проповеди были неясными. Теперь другое обвинение состояло в том, что он утверждает, что он Бог. Тут христиане соглашаются с иудеями в том, что он действительно утверждал это. Однако они считают, что он имел на это право, и для них это не богохульство. Теперь давайте послушаем, что сказал Иисус. Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем?» Закон имеется в виду Тора. «Не написано ли в законе вашем?» «Я сказал, вы боги». Вы боги. Если Он, Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, значит, пророки называются богами на нашем языке. Пророки. Всевышний Бог обращается к Моисею, говоря, «Смотри, я поставил тебя Богом, фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком».
В Псалтыре, в главе 82, стихе 6, говорится: «Вы — боги, и сыны Всевышнего все вы». Это особенность еврейского языка. Когда человека называют Богом, он не является Богом на самом деле. Так, например, во втором послании к Коринфянам 4:4 Библия говорит, что дьявол — Бог века сего. Дьявол, сатана, он что, действительно Бог? Нет, конечно. Это такой язык. Это значит, что у него имеется некая власть. Моисей был Богом фараону, и вы, иудеи, все боги. Это особенность еврейского языка. Вы не можете отождествлять все эти слова с божественностью. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги?» Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушаться Писание, то есть слова Писания не меняются, вы не можете возражать мне. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий? Ведь это действительно ничего не значит. У Бога целые тонны сыновей в нашем языке. Почему вы пытаетесь найти вину во мне, когда я всего лишь говорю, что я Сын Божий, в то время как других называют богами? Фразу, которую мой брат Шуруш процитировал из моей книги как имя его: «Я взял на себя головную боль, отослав ему все свои книги, всю амуницию, которая у меня была, он попросил, и я выслал все, и написал черным по белому: теперь у вас есть над чем поработать, и вам несложно будет ответить на все мои аргументы, так как они предоставлены вам заранее. Я не боялся, так как я уверен, что ни один из моих аргументов не может быть интеллектуально опровергнут». Послушайте, Всевышний Бог в Коране дает нам другой тест. Он говорит: «Мессия, сын Марии, был всего лишь посланником. До него тоже были посланники. А его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. И что здесь необычного? Мы все принимаем пищу, не так ли? Оказывается, не совсем. Это ссылка на идею, что они боги или сверхъестественные существа. Поскольку католики именуют Марию Божьей Матерью, а Иисус — Сын Божий и Бог в человеческом образе, как наш брат Шуруш и другие христиане считают. Итак, оба они — божества, которые принимали пищу. Однако, если они ели пищу, значит, они удовлетворяли большую нужду? Если вы принимаете пищу, рано или поздно вы будете искать туалет, или куст, или камень. Это неизбежно. Но Бог не говорит вам именно такими словами. Послушайте, что Он говорит. «Посмотри, как мы разъясняем им знамение, что оба они принимали пищу». Подтекст того, что они принимали пищу. «Посмотри, как мы разъясняем им знамение». А затем посмотри. Посмотри еще раз. До чего они отвращены от истины. До чего отклонены от прямого пути, приписывая Богу живую природу, что Он подобен человеку, что мы созданы по Его образу. О каком образе разговор? Об этом образе? Да ведь это образ обезьяны. Мы все возвеличенные обезьяны. Некоторые из нас выглядят как шимпанзе, другие как бабуины и гориллы. Все мы возвеличенные обезьяны. Разве об этом образе говорит Бог? Христиане говорят: «Да». Бог говорит в первой главе Бытие, которую цитировал доктор Шуруш: «И сказал Бог, да будет свет». Я спросил: «Он сказал это своими устами?» «Стало быть, у Бога есть рот?» Он сказал: «Да». Но если у Него есть рот, то должны быть и зубы. Вы можете себе представить беззубого Бога? Вы можете себе представить такого Бога? Если у Него есть зубы, следовательно, у Него есть язык, горло и легкие. И если Он будет продолжать обращаться к Солнцу, Луне и звездам, и к миллионам других своих созданий, то рано или поздно у Него пересохнет в горле, и Ему понадобится жидкость, чтобы смочить его. Но если жидкость попадет вовнутрь, то она должна будет рано или поздно выйти оттуда, не так ли?
Вы можете себе такое представить? Как же вы можете так унижать Бога, наделяя Его качествами животного мира? Теперь относительно множественного числа. Бог говорит «Элохим» им в первой главе Бытие в 3 стихе. На древнееврейском языке «Элохим» значит «Бог». Вы знаете, что «Элохим» стоит во множественном числе? Да. И мои друзья-арабы тоже говорят «Да, во множественном». В арабском языке существуют две формы множественного числа так же, как и в древнееврейском языке. Это формы единственного числа, двойственного и множественного чисел. То есть, в буквальном переводе слово «Элохим» означает «боги». Однако, среди сотен переводов Библии, тем не менее, я не видел ни одной Библии, где было бы сказано «И сказали боги, да будет свет». Там должно быть написано «боги», а не «бог». Так что же значит «им» в «Элохим»? Обычно мы игнорируем то, что нас не устраивает. В древнееврейском языке «им» является обозначением множественного числа, как в знак уважения. В арабском языке тоже есть две формы множественного числа, аналогично, как и в древнееврейском языке. Аллах говорит в Коране, «Поистине, мы ниспослали напоминание, и мы его охраняем». Спросите самого необразованного мусульманина, о каком количестве богов здесь идет речь, и он вам ответит, что речь идет об одном боге. Тогда кто же это «мы»? Спросите араба. Ни один араб-христианин за 14 веков не указал пальцем на мусульман, утверждая, что они поклоняются более чем одному богу, так как Коран говорит, «Скажи, он Аллах единый». Ни один араб не спросил у мусульман, а кто это мы? Почему вы не спросите нас? Почему не спросите у арабов? И они вам ответят, разве вы не знаете? В нашем, то есть в арабском языке, есть две формы множественного числа. Множественное число, указывающее на количество, и множественное число, как форма вежливости и уважения. И за 14 веков ни один араб не упрекнул нас. Я предлагаю доктору Шурушу опровергнуть вышесказанное и доказать, что в Коране говорится о более чем одном Боге. Я хочу услышать это от него. Я еще раз повторяю, что существуют две формы множественного числа в арабском и древнееврейском языках. Множественное число, как форма вежливости и уважения, и множественное число, указывающее на количество. Итак, Иисус ел, и его мать ела. В Библии говорится, пришел Сын Человеческий, и снова здесь Сын Человеческий. Кто это? Иисус. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино. Так говорят о нем люди, что он любит есть и пить вино. Евангелие от Матфея 11:19 и Евангелие от Луки 7:34. Что же делает его Богом? Его рождение. Он был рожден без человека отца. Значит, у него должен быть какой-то иной отец. Значит, его отцом является Бог. Коран же отвечает на это очень просто. Поистине, Иисус пред Богом подобен Адаму. Он создал его из праха. Потом сказал ему, «Будь», и он стал. Итак, если Иисус является Богом и истинным Сыном Божьим, так как у него не было земного отца, в таком случае Адам является более великим Богом, поскольку у него не было ни отца, ни матери. Это здравый смысл. Будьте логичными. Если у Иисуса не было отца, и это делает его Богом, то Адам является более великим Богом, так как у него не было ни отца, ни матери. Вы скажете, «Да, но Адам был сотворен из праха, в то время как Иисус был рожден девственницей». О да, мой брат Шуруш ранее упоминал о Мельхиседеке, который был первосвященником Салима. В послании к евреям, в главе 7, в стихе 1, говорится, откройте свои Библии, «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Кто это? Это Бог. Только Бог не имеет ни начала, ни конца, ни отца, ни матери.
Только Бог живет вечно. Но он был первосвященником, и Авраам выплачивал этому Мельхиседеку десятину, то есть религиозный налог. Итак, не имея ни отца, ни матери. У Иисуса же была мать, но не было отца. Следовательно, Мельхиседек более велик, чем Иисус. У Иисуса было начало в яслях, и у него был конец. У этого же человека не было ни начала, ни конца. Так кто из них более велик? Конечно же, Мельхиседек. Так почему бы вам не поклоняться ему? Этот первосвященник Салема заслуживает поклонения наравне с Богом. Будьте же логичны. Этот человек, Иисус, предположительно, будучи на кресте, взывал к Богу. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. «Элли, Элли, лама савахвани», что означает «Боже мой, Боже мой, для чего ты покинул меня?» Кому он взывает? К самому себе? Или же он притворялся, разыгрывая спектакль, восклицая «Боже мой, Боже мой, за что ты меня предал?» Если он Бог, то как же он может предать или оставить без помощи самого себя? И снова в Евангелии от Марка 15:34 то же самое. Кому он взывает? Он взывает к Аллаху. «Элли, Элли, Аллах, Аллах». Я спрашиваю приверженцев свидетелей Иеговы. Когда Иисус сказал «Элли, Элли, лама савахвани», похожи ли эти слова «Иегова, Иегова, лама савахвани»? Они ответят «Нет». Послушайте еще раз. «Элли, Элли, лама савахвани». Похожи ли эти слова на «Абба, Абба, лама савахвани»? «Абба» означает «отец» на древнееврейском. Нет. Послушайте еще раз. «Элли, Элли, лама савахвани» на древнееврейском. «Аллах, Аллах, лема тарактани» на арабском. Звучит почти одинаково, не так ли? В книге Откровения, в 19 главе, сообщается, что у Иоанна было видение, в котором он слышал, как ангелы поют «Аллилуйя, Аллилуйя». В моей стране христиане, находясь в экстазе, тоже кричат «Аллилуйя, Аллилуйя». И я спрашиваю, что же означает «Аллилуйя»? «Я» является восклицательной частицей в арабском и древнееврейском языках. К примеру, мы начинаем с восклицания «Я Ахи», что означает «О мой брат», или «Я Умми», «О мама», или «Я Аллах», «О Аллах». Люди же, живущие на Западе, в этом случае ставят восклицательный знак в конце фразы. К примеру, они говорят «стоп», то есть «стоп» и восклицательный знак. Или «огонь», «огонь» и восклицательный знак, и так далее. Это система западного человека, это особенность его языка. Таким образом, «аллилуйя» можно также сказать «я Аллилу» или «я Аллалу», на арабском «я Аллаху». «О Аллах! Только Ты достоин поклонения! Он Аллах! Нет божества, кроме Него! Аль-Малик! Царь! Аль-Кудус! Святой! Аль-Салам! Источник мира и совершенства! Он Бог, а не ребенок, рожденный еврейской девушкой! Я хочу знать, что делает этого ребенка Богом? Кто-то скажет «Его рождение», а я говорю «Проверьте это на истинность». Что еще? Его чудеса? То, что он вернул к жизни Лазаря? Но разве он вернул ему жизнь? Вовсе нет. Он сказал, прежде чем обратился к Лазарю, «Отче!» Он возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда услышишь меня». Он говорит «всегда». Иными словами, «Ты даешь мне все, чтобы я не попросил». Ты, то есть Бог, делаешь все это. Иисус говорит «Ты всегда услышишь меня». Он говорил все эти слова для собравшихся вокруг легкомысленных, суеверных людей, потому что потом они будут говорить, что это я возвращаю мертвых к жизни, и они будут называть меня Богом. Именно по этой причине я взываю к Тебе громким голосом. А до этого в Библии сказано, что Иисус воскорбел духом и прослезился. Чего бы это он плакал? Потому что он обращался всем своим сердцем к Богу. «Мой друг Лазарь умер, о Господь, верни его к жизни». И Бог ему говорил, что он получит всего, чего бы ни попросил. И после того, как он воззвал к Лазарю, Иисус сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие громко во всеуслышание для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». И Иисус сказал, «Нет посланника более великого, чем тот, кого посылает Он». И Он сказал, «Сам я не могу ничего сделать. Слова, которые вы слышите, исходят не от Меня, но от Отца, который послал Меня. Отец, который послал Меня, дал Мне наставление о том, что следует говорить».
Нет ни единого места в какой-либо из версий Библии, где Иисус сказал «Я Бог» или «Поклоняйтесь мне». Такого высказывания там нет. А если оно там есть, то мы, мусульмане, принимаем эти слова, потому что мы знаем, что Иисус Христос, будучи одним из самых великих посланников Бога, никогда не лгал. Христиане говорят, либо он был лжецом, сумасшедшим, или он все-таки был Богом. Но почему мы должны делать именно такой выбор? Почему этот человек не может быть посланником Бога? Почему он должен быть лжецом или сумасшедшим? Снова и снова мы читаем в христианской евангельской литературе, что Иисус является либо лжецом, мошенником, либо Богом. Но разве антонимом к слову «Бог» является слово «лжец»? Разве противоположное слову «Бог» является слово «сумасшедший»? Совсем нет. Разве вообще у слова «Бог» может быть антоним? Как мы можем говорить так или так? Почему не говорить о нем так, как он сам говорил о себе, что он пророк, посланник Бога, и следовать за ним? Он говорит, «Не имеет отношения ко мне тот, кто не понесет крест свой и не последует за мной. Понесите свой крест и последуйте за мной. И если последуете за мной, то будет вам жизнь вечная. Слушайте же его, Бога, и храните молчание, когда он говорит и учит вас, ибо в этом спасение». «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Это значит, вы не войдете в рай, пока не станете лучше иудеев, а лучше иудеев вы не станете до тех пор, пока не будете соблюдать закон и заповеди. Слушайте же его и следуйте за ним. И если вы последуете за ним, то обязательно станете мусульманами». Большое спасибо, господин Дидат. Хочу поблагодарить всех за терпение и за то, что наши дебаты не привели к конфронтации. Предлагаю вам принять участие в дебатах. Конечно, невозможно участие в дебатах 5500 человек, находящихся в этом зале. Поэтому у меня есть предложение. Я прошу каждого из выступающих ответить в течение 8 минут на аргументы, выдвинутые его оппонентом, после чего вам будет предоставлена возможность задавать вопросы. Прошу сохранять полное молчание и заранее благодарю за уважение аудитории к доктору Шурушу. Мы просим его дать свой ответ господину Дидату. Какое счастье стоять здесь перед вами и отвечать моему другу господину Дидату. Что касается утверждения Иисуса о том, является ли он Богом, прежде всего, мне хотелось бы привлечь ваше внимание к Евангелию от Иоанна 13:13. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Хотелось бы вам напомнить о том, что если бы сюда явилась королева Англии, она не должна была бы вам говорить, что она является королевой. Иисус не должен был постоянно говорить, что он является Богом, каждый раз после того, как он что-нибудь совершал. Когда он ответил Филиппу, когда тот сказал, «Покажи нам Отца, и довольно для нас», Иисус ему сказал, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, и видевший меня, видел Отца». Мой брат также процитировал другой стих, который заключал в себе тот же смысл. В связи с замечаниями нашего брата относительно книги Откровения Иоанна, я хотел бы спросить, разве у пророка и пророков не было видений? Разве Бог не являлся к ним в видениях? Он говорил через видения. Это никак не связано с полным или пустым желудком. Бог желает делать так, а когда Он желает чего-нибудь, то это случается.
Я также хотел бы вам напомнить еще об одной вещи, связанной с Троицей. Мне кажется, что основная проблема с нашими мусульманскими друзьями состоит в том, что они не осознают, что мы, подобно им, отвергаем Троицу в том виде, как она воспринималась в те дни, когда арабы появились на исторической сцене. Видите ли, существовала некая группа еретиков, которые, будучи язычниками, приняли христианство. Они считали Марию царицей небесной, ставшей женой Бога, в результате чего родился Иисус. Бога ради, постарайтесь понять, что Иисус не был Сыном Божьим, как человек, появившийся на свет в результате полового акта. Это духовный титул. Он пришел потому, что Он любит вас. Следовательно, эта группа заблуждалась так, как и многие другие. Наша вера в Троицу заключается в вере в Отца и Сына и Святого Духа. Разве вас не удивляет то, что среди 99 прекрасных имен Бога, упомянутых в Коране, нет ни одного имени, таких как «Любовь» и «Отец»? В наших представлениях Бог не является неким диктатором, а мы его рабами. Бог является Отцом, который желает, чтобы я, вы и весь мир были его сыновьями. Пожалуйста, пожалуйста, не хлопайте. Пожалуйста, не мешайте. Каким образом Мария забеременела? От Святого Духа. Кем является Святой Дух? Ангел по имени Гавриил. Позвольте мне доказать вам. 75% содержания прекрасного Корана, написанного на моем прекрасном арабском языке, взято из Библии. И я призываю вас обратиться к Библии и найти, где именно находятся эти источники. И каково блаженство знать Бога, который любит вас и меня. Все это подобно группе муравьев, которые пытаются переползти из одной точки в другую, но у них ничего не выходит. И вы говорите, дайте-ка я покажу им правильный путь. Потому что есть путь, который кажется человеку правильным, но заканчивается для него катастрофой. Поэтому вы говорите, я покажу им верный путь. И вы пытаетесь показать им этот путь, подталкивая то одного, то другого муравья. Но они продолжают возвращаться на свой прежний путь. Тогда вы говорите, я думаю, что единственный выход, либо мне самому превратиться в муравья, или же муравьев превратить в человека. Но имейте в виду, что муравей не сможет стать человеком, потому что он не обладает могуществом. Теперь предположим, что у вас есть способность превратиться в муравья. Скажите мне, стали бы вы муравьем? Сможете ли вы показать им лучший путь? Можете ли вы показать им Сарат аль-Мустаким, то есть истинный путь? И я отвечаю вам на это. Никогда в жизни. Потому что, как только вы превратитесь в муравья, вы станете, как все остальные муравьи. Поэтому Иисус, будучи Богом, в образе человека, пришел, и он ел как человек, он спал как человек и уставал как человек. Он также использовал титул «Сын человеческий», чтобы уподобиться вам и мне. Можете ли вы мне ответить, как вы собираетесь расплачиваться за свои грехи? Как вы можете оправдать себя? Наш брат процитировал стих из книги Иова и неверно истолковал его. Там совершенно ясно сказано, «Но как оправдается человек перед Богом?» Иными словами, как человек сможет стать благочестивым в глазах Бога? Никто не сможет стать благочестивым в глазах Бога без искупления грехов через кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, который сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь». Кровь Иисуса очищает вас от всех грехов. Прошу вас вспомнить о том, как ангел известил. Послушайте, и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Неужели вы пытаетесь сказать, что ангел лгал, что Бог ошибался? Ведь он любит господина Дедата, он любит вас, и он доволен всеми вами в этот вечер, и обращается к вам. «Придите ко мне, и я успокою вас. Придите ко мне со всех уголков мира, и будете спасены, потому что спасение предназначено не только для мусульман, иудеев или кого-то еще. Оно предназначено для всех нас, ведь Бог любит нас». Он стал сыном, и сын стал человеком для того, чтобы все люди стали сынами Божьими, так как он заботится о нас. Что же касается слов «Отец мой более меня», он это сказал из-за возложенного на него ограничения в возможностях.
Также я хочу сказать вам, что когда он сказал «Я и Отец одно», то он, несомненно, продемонстрировал это. И прошу вас помнить о том, что Бог остается Богом, независимо от того, соглашаются с этим англиканские священники или нет. Им необходимо покаяться и поверить в живое слово Бога, и испытать возрождение в этой нации, и прекратить злые и подлые выходки, и последовать за Господом. Ибо Он должен властвовать, чтобы повергнуть всех своих врагов. لاسمي يسوع هللو لتسجد الأملاك إكليلا ملك كاليلو رب الجميع ذاك إكليلا ملك كاليلو رب Я призываю вас всех открыть для себя истину, то есть Бога в Христе, который примирит с собой весь мир, и тогда мусульманин станет истинным мусульманином, а христианин — истинным христианином, когда он примет дар Бога, Иисуса Христа, Сына Бога Живого. Теперь относительно слова «рожденный». Я завершаю эту речь напоминанием слов «моногемес парапатрас». Это термин на греческом языке, который означает «сын Бога, единственный в своем роде». Иначе говоря, он единственный от Бога, который пришел, чтобы показать любовь Бога, и никто иной, кроме Него. Благодарю вас за радость, которую я испытал, находясь с вами. Пусть любовь Бога приведет вас к Нему, который является вечной любовью, вечной жизнью, и все это во Христе, который сказал, «Придите ко мне, я вас успокою». Большое спасибо. Большое спасибо, господин Шуруш. Соблюдайте тишину, пожалуйста. Спасибо. А сейчас настала очередь господина Дедата ответить господину Шурушу. Спасибо, сэр. Я начинаю свое выступление с Евангелия от Иоанна, глава 15, стих 30. Его процитировал мой брат Шуруш. В этом стихе Иисус отвечает Филиппу, говоря, «Видевший меня, видел Отца». На основании этих слов христиане делают вывод о том, что Иисус является Отцом. Однако, если мы прочтем эти слова снова в контексте, то мы увидим, что там идет речь о множествах недоразумений. Глава 14 начинается с недоразумения, и эти недоразумения продолжаются. Итак, в 14 главе Иисус говорит своим ученикам, «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Ученики же ему отвечают, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Они не поняли, что Иисус имел в виду, и что Он говорил о духовном путешествии. А Его ученики думали, что речь идет о географическом местоположении, наподобие Данди, Ньюкасла, Саутгемптона и так далее. На самом же деле, Иисус говорил о Боге, о том, что Он уходит к Богу. Иисус говорит, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Это было выше их понимания. Они не поняли, о чем он говорит, и сказали, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иными словами, «Покажи нам Бога, мы хотим увидеть Его своими собственными глазами, и нам этого будет достаточно». На что Иисус им отвечает, «Филипп, ты был столько времени со мной, ты иудей, и как иудей ты должен знать, что никто не может увидеть Бога и остаться в живых. И ты, будучи рядом со мной в течение 3 лет, так и не понял, в чем суть моей миссии. Ты хочешь увидеть Бога своими глазами, в то время, как не можешь взглянуть даже на солнце.
«Видевший меня, видел Отца», что значит, если вы поняли меня, вы поймете, кем является Бог. И такого рода слова он повторяет постоянно. Он говорит, «Они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют». Под видением здесь не подразумевается физическая способность видеть. Если вы поняли, кто я, вы поймете, кем является Бог, и вы не обращались бы с такой глупой просьбой. Таким образом, Иисус вовсе не утверждает, что он является Отцом. Мне хотелось бы узнать, кто из вас когда-нибудь слышал этот стих? «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». Вы знаете этот стих? Есть ли он в вашей Библии? Да-да, мой брат говорит, что он видит его в Библии. Вы не нашли этот стих в своей Библии? Он есть там. Я цитирую еще раз первое послание Иоанна 5:7. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». Этот стих есть в вашей Библии, сэр. Вот Святая Библия. Видите ли, только что процитированный мною стих может быть найден в римо-католической версии Библии, а также в версии Библии короля Иакова или Джеймса. Он там есть. Однако недавно этот стих был выброшен из Revised Standard Version, то есть из исправленного издания Библии, как фальшивка. Стих о Троице был выброшен как фальшивка. Все современные переводы Библии более не включают в себя этот стих. И он был исключен из текста ни мусульманскими, ни иудейскими и ни индусскими учеными, а 32 самыми высокопоставленными христианскими учеными, поддерживаемыми 50 совместно сотрудничающими деноминациями. Они обнаружили, что этот стих является подделкой и исключили его. Подобным образом обстоит дело с Вознесением. В Евангелиях от Матфея, Луки, Марка и Иоанна вы найдете упоминание о том, что Иисус вознесся на небеса только в двух местах. В Евангелии от Марка 16:19 сказано, что Иисус вознесся на небо. И в Евангелии от Луки 24:51 говорится, что Иисус стал отдаляться и возноситься на небо. В итоге, Вознесение упоминается только в двух местах во всех Евангелиях. Мой брат процитировал стихи из Деяний апостолов. Что же касается всех четырех Евангелий, то Вознесение упоминается в них только в двух стихах. И эти два стиха также были выброшены из текста исправленного издания Библии как подделки. Вот здесь Библия Revised Standard Version. Теперь относительно того, что слово «Отец» не упоминается в Коране. Нам даны 99 имен Всевышнего Бога, но среди них нет имени Отец. Хотя слово «Отец» по-арабски произнести легче, чем слово «Рабб». Смотрите, «Абб» значит по-арабски «Отец». Мы же постоянно читаем в Коране «Раббил Аламин», то есть «Рабб», что значит «Господь», «Рабб», но не «Абб». В чем же причина этого? Все это из-за недоразумения. Ведь существуют миллионы людей, которые воспринимают это слово в буквальном, в физическом смысле, считая, что этот небесный Отец породил Сына. И так как продолжение рода является актом животного мира и является низменной функцией полов, именно по этой причине это слово отсутствует. Оно никогда не используется, потому что существуют люди, как, к примеру, сын моего брата Шуруша. В своей книге брат Шуруш цитирует своего сына Салаама, который после того, как брат Шуруш вышел из ванной комнаты, выпустив воду из ванной, заявил, что теперь он знает, откуда берется дождь.
Шуруш спросил его, откуда? Сын ответил, видишь ли, после того, как Иисус заканчивает купаться на небесах и выпускает воду из ванной, на землю обрушиваются дожди и начинаются грозы. И за такую интерпретацию мальчика обняли и поцеловали. Однако, такого рода представления остаются, и вы представляете себе, что Бог тоже делает что-то подобное где-то там, на небесах. Именно из-за таких вышеупомянутых антропоморфных представлений в исламе атрибуты, которые могут способствовать появлению ложных понятий, отсутствуют, так как такого рода атрибуты не приличествуют величию Бога, что якобы Он взял себе сына или что Он является отцом на небесах, любящим отцом, который убивает собственного сына за грехи человечества. Он не в состоянии исправить вас и ваши ошибки. Вы грешите, а Он в ответ убивает своего сына. Я спрашиваю вас, и это называется любовью? Допустим, кто-то убивает вашу жену, детей, насилует вашу дочь, вы беспомощны. Что вы сделаете? Вы убьете собственного сына и назовете это любовью? Это неправильное представление о справедливости и морали. Если ваши представления правильны, то и ваше поведение будет правильным. Были времена, когда в Америке 60% населения выступали против внебрачных отношений. Но с 1975 года, вы можете прочитать это в книге брата Шуруша. Вы должны купить эту книгу «Свободный палестинец». Так вот, он пишет, что однажды он шел с двумя девушками, и вдруг ему встретилась Белла. Белла — это означает «красивая женщина», которая пригласила Шуруша провести с ней выходные у нее дома. И он отправился к ней домой, чтобы провести выходные. Вот это все в этой книге. И отец этой девушки встречает его с ружьем, и доктору пришлось быстро удалиться. Если вы представляете нравственные принципы в таком виде, то это приводит к тому, что по последним статистическим данным, в Америке более 60% вступает во внебрачные отношения. Христианство — это не религия, это отношения. Прислушайтесь к словам Иисуса. «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Уважаемые братья, господин председатель, дамы и господа, эта тема очень обширна, и мы можем продолжить ее до бесконечности. Однако я уважаю указание нашего председателя, который показывает мне, что время моего выступления истекло. Большое спасибо. Мы всех благодарим за внимание и хотим отметить, что нами было получено более 200 вопросов. Мы собираемся поместить все эти вопросы в ящик, стоящий позади меня. Некоторые вопросы написаны на языках, которые я не смогу прочесть, поэтому я передам их специалистам для перевода. Я также попытаюсь сделать так, чтобы все вопросы были разделены поровну. Итак, первый вопрос адресован господину Дидату. Почему Иисус позволил Фоме назвать его «Господь мой» и «Бог мой»? В вашем распоряжении есть 2 минуты для ответа. Потому что, когда Иисус являлся к своим ученикам в первый раз, Фомы не было в комнате. Иисус же демонстрировал своим ученикам, что Он есть тот самый человек. Он ел печеную рыбу и сотовый мед. И ученики стали доказывать Фоме, когда он пришел, говоря, «Учитель был здесь, он ел с нами». На что Фома им говорит, «Если не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю, что Иисус был с ними живым во плоти». Однако, если бы ученики сказали ему, что Иисус был призраком, он бы поверил, потому что в те времена люди были больше готовы поверить в привидения, чем во что-либо иное. Когда же Иисус зашел в ту же комнату второй раз, Фома находился в комнате, и он сказал Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои,
и не будь неверующим». И тогда Фома осознал, что вел себя неразумно. Ведь все ученики засвидетельствовали, что учитель был с ними, что он жив, и он ест копченую рыбу и сотовый мед. И он все равно не мог поверить, и он хотел потрогать это и потрогать то. И Иисус говорит: «Давай, пойди и убедись». Фома понял, что вел себя глупо, и поэтому сказал: «Господь мой, Бог мой». Он что, назвал Иисуса своим Богом? Нет, это просто восклицание. Когда вас уличили в чем-то, вы обычно восклицаете: «Господи» или же «Боже мой». «Анис, Бог мой», как вы хорошо процитировали Коран. Значит ли это, что Анис является моим Богом? Вовсе нет. Это просто такой оборот речи. Спасибо. Следующий вопрос. Молился ли Иисус? Если да, то зачем всемогущему Богу, как его называют христиане, молиться? И к кому он обращал свои молитвы? Прошу, доктор Шуруш. Дорогие друзья, как прекрасно быть с вами. И я хотел бы сказать нашему брату, я надеюсь, что у нас будет еще одна возможность разделить эту сцену с вами. И, возможно, я даже смогу предложить тему, как вы это сделали. Теперь относительно ответа на вопрос. Одна из трудностей, с которыми вы сталкиваетесь, состоит в том, что ваш Бог слишком слаб. Бог достаточно велик для того, чтобы сойти к вам и сказать: «Я люблю вас». Вы можете понять, что Бог есть любовь, и поэтому Он пришел в образе совершенного человека, преодолевая все грехи и будучи безгрешным. И как человек, олицетворяющий вас, Он молился Отцу Небесному. Вспомните, об этом ранее сегодня упоминалось, как Иисус, находясь на кресте, говорил: «Илли, Илли, лама шабактани». Я уверен, что вы понимаете, что Он использовал арабский, но Иисус не говорил по-арабски. Он просто говорил: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И когда Иисус умер, Бог не умер, Его тело умерло, но Он живет вечно. Прошу вас не забывать об этом. Он обращался к Отцу Небесному. Спасибо. Я не перестаю получать дополнительные вопросы, по 300 вопросов одновременно. Итак, следующий вопрос. Он не ответил на поставленный вопрос. Я прошу соблюдать тишину. Сэр, пожалуйста, соблюдайте тишину, иначе вас придется вывести из зала. Если выступающий не ответил на поставленный ему вопрос, это свидетельствует о его недостатках и говорит о преимуществе его оппонента. Поэтому мы не будем останавливаться на подобных вопросах. Итак, следующий вопрос к господину Дидату. Цитата из Библии: «Я и Отец одно». Греческое слово «одно» — «ньюта» — подразумевает собой единство в сущности и в природе, а не с точки зрения единства в цели. Господин Дидат, пожалуйста, ваш ответ. Это слово «одно» на греческом «гин». Но то же самое слово «гин» использовано в Евангелии от Иоанна в 17 главе, где Иисус обращается к Всевышнему, говоря: «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, и ученики во мне, и я в них, мы все едины». То есть «гин», то же слово «гин». Итак, если это одно делает их единым в физическом смысле, словно колбасу, если Иисус объединен с Богом, как одна колбаса, ведь если одно, значит едины, как Адам и Ева, Библия говорит, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, одна, словно колбаса? Нет, одна в своей цели. То же самое слово в греческом «гин» применяется для учеников, включая Фому и Иуду. Все они едины. Я с вами и с Богом, и вы со мной.
Это все единство, одно и то же слово «гин» на греческом. Значит ли это, что они все слились в одно целое? Все 12 учеников, и предатель Иуда, и Бог, и Иисус, все слились. Это одно, значит, единство в цели, но не единство в теле, в силе или в сущности. Вопрос к доктору Шурушу. Что вы имеете в виду, когда утверждаете, что Иисус является Сыном Божьим? Со всем уважением к доктору Шурушу, я хочу спросить, является ли Иисус Сыном Бога в прямом смысле, как я являюсь Сыном Своего Отца, или есть другая интерпретация? Пожалуйста, объясните. Прошу вас запомнить, что это духовный титул. Бог никогда не женился. Бог триедин. И я хотел бы обратить ваше внимание, когда мы говорим «Бисмилла», «Хирахма», «Нирахим», мы видим Троицу 113 раз в Коране, как и Библия говорит, «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Мы должны любить друг друга. Мы должны осознать истину, то есть принять Бога во Христе. Спасибо. Господин Дитат, не могли бы вы объяснить, как Бог может спасти мир, если Иисус не является Богом во плоти, как это утверждает Новый Завет? Позвольте мне прежде всего поправить доктора Шуруша относительно слов «Бисмилла, Хирахма, Нирахим». Видите ли, «Бисмилла, Нирахма, Нирахим» означает «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». То есть во имя Аллаха, который милостивый и милосердный. У него 99 имен, но он не является 99 богами, и он не является три в одном, в то время как христианская формулировка гласит «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Как Бог может спасти мир? Это был вопрос. Есть только один путь. Верить в Бога и совершать хорошие дела. Это то, что сказал Иисус, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Если вы не лучше иудеев, вы не войдете в рай. Это истинный путь спасения». Господин Дидат завершил свой ответ положительным образом. Теперь я попрошу доктора Шуруша также закончить свое выступление положительным образом. Благодарю вас. Еще раз хочу вам напомнить, что Иисус никогда не лгал. Он сказал, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Когда Авраам хотел принести в жертву своего сына, Бог сказал, «Нет, я принесу жертву». И мы возносим хвалу Богу в этот вечер, так как мы можем произнести истину. Бог является Отцом и Сыном и Святым Духом, один в трех и три в одном. Это тайна, которую ни вы, ни я не в состоянии понять, но мы можем принять это. Прошу соблюдать тишину. Около 2000 людей не смогли попасть на сегодняшнюю дискуссию.
Когда я услышал об организации этой дискуссии, я думал, что такого рода диспуты между христианами и мусульманами невозможны. Я прошу вас поблагодарить выступающих. Спасибо.